В России аномальные морозы должны уже завтра смениться рекордной оттепелью, а потом, по прогнозу, снова холода. Чего ждать нам? У нас тоже опять похолодает или все-таки весна? Узнавала Яна Раховская. В Тирасполе сейчас плюс 5, вчера было больше 10 градусов, а завтра ждем плюс 13. А вот в России сейчас свирепствует Балканский циклон. Несколько дней там были сильные морозы со снегом, а прошлая ночь в Москве и вовсе была самой холодной в этом сезоне – минус 25 градусов. Есть такая народная примета: если в Москве холодает, то скоро морозы должны прийти и к нам. Оказывается, этому есть научное объяснение. Холодное вторжение, которые приходят на европейскую территорию России, они потом могут распространяться на Украину, непонятно, сюда к нам. Вторжение, оно распространяется либо с северо-запада, но обязательно из Арктики, либо непосредственно с севера, либо вообще может прийти из-за Урала. Москва, или, так скажем, европейская территория России, она первым встречает это вторжение. А у нас уже то, что останется, что достать. Неужели и мы, так же как москвичи, скоро будем раскапывать свои машины из-под снега? Кстати, такими видео недавно был завален весь Инстаграм. А вот погрузчик расчистил дороги и выкопал из-под снега автомобиль. Судя по видео, машине нужно срочно в ремонт. А уже на завтра российские синоптики прогнозируют потепление. Аномальные морозы в Москве сменятся рекордной оттепелью. Всего за пару суток потеплеет почти на 30 градусов. А что у нас? А у нас пока тепло. Российская непогода к нам не придет, но зато в конце недели у нас будет похолодание. А в гости к нам пожалует антициклон с севера Европы. Ночью будет минус 5, минус 10, днем 0 или слабенький плюс. Вообще март, по сути, у нас зимний месяц. И настоящая теплая весна к нам придет и в этот раз ближе к апрелю. Яна Раховская и Виктор Гирля. ТСВ.